сегодня обрабатываем собаку каплями. Называется «Адвокат для собак. Показания к применению. Профилактика и лечение собак при смешанных паразитарных инвазиях блохами, вшами, власоедами, желудочно-кишечными нематозами, лечение аллергического блошиного дерматита, гемодекоза, отодекоза, саркоптоза и очень много других дозов. Если переводить на человеческий язык, то очень хорошее лекарство. Наносим, ну, вообще, по идее и по правилам, наносить нужно в шахматном порядке на кожу тела капли. Вот, если собака маленькая, то, я так понимаю, в районе холки. Если собака большая, то, насколько я читала и помню, то нужно наносить по всей длине тела. И плюс еще несколько точек захватывать на груди. Ну, то есть ты раздвигаешь шерсть? Ну, да, естественно. Раздвигая шерсть, стараюсь, чтобы попала только на кожу. Только на кожу впиталась. Помогает, конечно, очень здорово. От блох не чешется. Я так понимаю, что и простейшие всякие убивает. Демодекоз. Плюс еще комары же переносят в лесу. Бывает. У них что-то инкубационный период там достаточно длительный, а потом вдруг оказывается у многих животных в разных частях тела живущими эти глисты. Поэтому, конечно, лучше проводить такого рода профилактики. Вот такой тюбик. Так, открываем второй тюбик. Обратной стороной вставляем. Слегка наклоняем. Все, дырочка пробита, все открыто. С утра уже куча комаров. Продолжаем обрабатывать собаку. Стоять. Давай так, чтобы дырок мне удобно было. Не тебе, а мне. Итого у нас на Дерека вес, сколько у него, 55? 5,5 миллилитров. Уходит 5,5 миллилитров, это 2 тюбика, да? Ну, там, да, там тюбики 3, смотря какая расфасовка. Так, обработка собаки каплями «Адвокат» закончена. Смотрите нас, спрашивайте, если что. Насколько хватает ее? Обрабатывается раз в месяц собака. Раз в месяц, ну, особенно в период, когда много всяких кровососущих. Ну, от клещей оно не помогает, конечно.
Ключи пробивает, мы уже это проверили. Да, да, содовые клещи, на них, мне кажется, вообще ничего не действует. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, спрашивайте, если что непонятно, будем рады помочь. Ты после обработки балдеешь? У нас и не опять куча.